Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Умер актер из сериала «Две судьбы» заслуженный артист РФ Александр Самойлов. На сайте МХАТа и ММ Горького сообщили, что смерть Александра Владимировича наступила в среду, 9 декабря, после продолжительной болезни. По предварительной версии, он скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Самойлову чуть больше месяца назад исполнилось 68 лет. Для коллег и поклонников смерть артиста стала неожиданностью. Александр Владимирович должен был сыграть в двух постановках «Лавр» и «Вишневый сад». На сцене МХАТа актер выступал 26 лет. Самойлов известен не только работой в театре, но и в кино, в его фильмографии роли более чем в 60 проектах. «Две судьбы», «Солдаты», «След», «Вольф Мессинг», видевший сквозь время, лишь небольшой список работ Александра Владимировича. Заслуженный артист ушел из жизни накануне дня рождения младшего сына Аркадия, которому 16 декабря исполнится 22 года. К слову, молодой человек пошел по стопам отца, решив стать актером. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.